Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «В полі зору транспорт». Я Катерина Тригубова, а наш гість сьогодні – Житінський Юрій, Ігор Юрійович, експерт Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури. Вітаю вас, Добрий Ігоре вечір. Юрійовичу, в нашій студії. Говорити будемо про проблеми транспорту. І перший вопрос, мабуть, насущний для всіх, і ті, хто їздить в транспорті, і ті, хто є водителем, є собственником транспортного средства, це некоректне відношення водителів до пасажирів і пассажиров к водителям. Такое тоже случается. В последнее время это общая проблема не только для нашего города Николаева, не только для нашей области. Это общая проблема для всей Украины, потому что и на национальных каналах, и на нашей, и в нашем эфире очень часто бывают сюжеты о том, что вот конфликтная ситуация, и она не просто не разрешается, она разрешается таким образом, что это как снежный ком. То есть дальше, дальше и дальше. Какой выход из этого? Давайте, и почему, самое главное, почему так давайте случается? Давайте этот вопрос рассмотрим в комплексе. Но что касается водителей, давайте прямо скажем, что водители – это те люди, которые живут в наших семьях. Это наши отцы, наши братья, чьи-то родственники. Поэтому это определенный срез нашего общества. Если общество чем-то больно, наверное, оно и проявляется через такие моменты. Это с одной стороны. С другой стороны, что бы хотелось бы отметить, наверное, водители ведут себя так, как позволяет им вести хозяева бизнеса. А соответственно, наверное, также себя ведут и хозяева бизнеса, потому что это передается на водителей. А почему себя ведут хозяева бизнеса так? Значит, им позволяет это делать власть. Понимаете, когда не бывает проблема, откуда, ну, как бы искусственная, она либо накапливается, долго не решается, а потом дает свои негативные тенденции в нашей социальной жизни. Давайте скажем, почему водители себя так ведут. Водители видят, что вседозволенно себя ведут собственники предприятий. У нас, увы, получается так, что в последнее время, особенно это очень четко проявляется, что собственники транспортных предприятий в некоторых случаях ставят себя выше даже власти. Они могут делать какие-то ультимативные акции в виде забастовок. Они могут открывать вокзалы, клоны, тем самым уходя от уплаты налогов, чтобы не продавая билеты через кассы стационарных автовокзалов. И кто-то же на это закрывает глаза, кто-то закрывает глаза то, что участки земли в городе и в области используются по нецелевому назначению, а используются для автовокзалов, клонов. Кто-то закрывает глаза, что на маршрутах вместо, например, 15 машин маршрутных такси ездит 35. И эти все факты водители же чувствуют. Они чувствуют, что если хозяин может нарушать закон, и ему ничего за это не... Его не наказывают предприятия, не лишают лицензий, не приходят проверки. Значит, он понимает, что у них все хорошо, и он может себя как хозяин положения вести, как ему вздумается. Поэтому эта проблема не водителей. Водители – это просто барометр того, что власть отпустила ситуацию в транспортной сфере и не контролирует, которые процессы там происходят. И это через, скажем так, хамское поведение водителя – это просто сигнал обществу, сигнал той же власти. Либо давайте вместе что-то менять, обращать внимание, что что-то мы делаем не так. Мы, наверное, очень мало внимания уделяем. Или есть другой аспект. Или, может быть, у нас во власти, скажем так, те люди, которые отвечают за развитие транспортной инфраструктуры, может, связаны с бизнес-интересами, с хозяевами этих предприятий. И поэтому получается перекос. Это как бы вопрос такой для обсуждения, но да, проблема есть. Игорь Юрьевич, смотрите, в принципе, уже это, ну, то, что происходит у нас на наших дорогах и в нашем пассажирском транспорте, это уже не сигнал, это, наверное, уже такая красная ракета, причем не одна, а просто десятки и сотни таких случаев, что действительно настало время что-то менять.
ваша ассоциация впрямую, в принципе, занимается этим, и давайте сейчас вот будем говорить о том же самом, но с конкретными примерами. Допустим, вы проводите какой-то мониторинг вот в таких случаях, вы их отслеживаете, вы делаете какие-то выводы, возможно, ваша работа уже вылилась в то, что у вас есть какие-то пути решения, которые вы готовы, в принципе, подсказать, рассказать, объяснить и нашим телезрителям, и тем, кто готов слушать вас во власти. Понимаете, ну, из названия нашей ассоциации, а мы являемся структурным подразделением Всеукраинского транспортного союза, основная наша цель – это соблюдение законности в сфере транспортных услуг. Чтобы все игроки на рынке транспортных услуг, вне зависимости от своего отношения к власти, имели равные законодательном поле права. Соответственно, от этого будет выигрывать только потребитель, потому что при конкуренции будет ну, как бы только лучшее предоставление услуг и качества будет побеждать. И, соответственно, эти услуги будут идти до потребителя. Также задача нашей ассоциации, понимая проблематику на местах, проблематику в законодательной сфере, мы же выступаем как на всеукраинском уровне, как разработчики нормативной законодательной базы для Министерства инфраструктуры, для Кабинета министров. Мы делаем, скажем, те сигнальные моменты, обращая внимание, что правильно, что неправильно происходит в транспортной сфере. И, например, что касается Николаевщины, нас очень настораживает та тенденция, что Николаев единственная область в Украине, где наряду с легальными автовокзалами работают автовокзалы-клоны. Если бы они работали и платили налоги, и продавали билеты, ради бога, это конкуренция. Но когда просто транспортные предприятия возле официального автовокзала поставили будку, получили какими-то путями аттестацию на нее, продают в теневую билеты, и никто не замечает, что эти деньги уходят мимо бюджета. В принципе, это может быть одно и то же предприятие, которое просто вот этого клона создает для того, чтобы работать себе в карман и не отчитываться там. Ситуация заключается в том, что по регистрационным документам понятно, кто. Что очень, очень самопагубно, что этими клонами занимаются автотранспортные предприятия, крупные, которые понимают, что через легальные автовокзалы видно их неваловый доход, видно валовое поступление наличных денег, и это они должны попадать под налогообложение. Они пошли по пути тенизации рынка автомобильных перевозок, создавая тем самым автовокзалы-клоны. И самое главное, что это очень пагубная тенденция в том плане, что, во-первых, то, что, как бы скажем так, то, что недополучает бюджеты всех уровней, это одна позиция. Но мы же видим другую позицию, что транспортное сообщение не улучшается. У нас, вот вы утром подъедете на станцию «Дачная», которая очень много проблем, как она получила аттестацию, находясь на середине дороги. Это, чего греха таить, это коррупционная составляющая, связанная с нашей Укртрансинспекцией, которая вместо того, чтобы заниматься наведением порядка в транспортной сфере, просто занимается зарабатыванием денег. И, увы, это, как бы, об этом признают и Министерство инфраструктуры. Постоянно с этим ведомством у нас проблемы, связанные с выполнением их непрямых обязанностей в сфере наведения порядка. Вопрос заключается в том, что если перевозчики, используя, скажем, эту ситуацию, то, что там тенизацию, покупали новые автобусы, усовершенствовали качество услуг, люди, что правильно, скажем так, апеллируя к власти, показывают свое негодование. Ну как это может быть? Проезд повышается, один из самых чуть ли не высоких в Украине, а по городу ездят машины, которые, скажем так, которые морально и физически уже изношены, которым по 30, по 40 лет. Я почему сказал про дачную? Утром приезжаешь, там стоят автобусы ЛАЗы, которым по 40, по 50 лет уже в эксплуатации. Но о какой технике безопасности может идти речь? И самое главное, не продавая билеты на этих автостанциях, они же подвергают опасности жизни граждан. Гражданин не застрахован. А другой вопрос, а на каком тогда основании, если не продается билет, формируется стоимость, себестоимость этого билета? Потому что на каком основании берется санкционный сбор, если он не проходит через кассовый аппарат и все остальное? И нам просто удивительно, что на такие вопиющие факты, все, в то время, когда страна нуждается в наполнении бюджета, фискальные органы этой проблемы не видят. А самое главное, это убивает здоровую конкуренцию. Что тот человек, который хочет прийти с новым автобусом, инвестировать деньги в бизнес, он не может прийти, потому что теневой бизнес его выдавливает.
Они не заинтересованы пускать новые автобусы на этот рынок, потому что тогда придется им конкурировать с новыми автобусами. Проще не пустить эти новые автобусы, а ездить на старых ЛАЗах, которым по 40, по 50 лет. Вы очень правильные вещи говорите. Вот, допустим, наш эфир, да, это вот шанс вам донести свои мысли, свое возмущение и свои практические действия до наших телезрителей. И опять же, как мы уже упоминали, да, до тех представителей власти, которые готовы вас выслушать, и не просто выслушать, да, а именно воспринять то, что вы говорите. Вот ассоциация ваша сколько работает уже? Ну, на всеукраинском уровне мы работаем с 2008 года. Угу. То есть достаточно количество времени вы уже работаете в этой отрасли. Какие вы практические действия? Что вы можете, скажем так? Потому что сейчас общественные организации после известных нам событий получили все-таки достаточно большое влияние, скажем так, и на умы людей, да, и практическими действиями могут все-таки что-то изменить. Люди поверили в то, что они могут изменить. Какие есть рычаги у вас, у вашей ассоциации, изменить ситуацию и повлиять на нее? Ну, то, что касается общественных институтов, мы как общественные структуры всеукраинского масштаба, мы представлены во всех общественных комитетах или общественных советах при Министерстве инфраструктуры, Укртрансинспекции, при Кабинете министров. Все, что, все те механизмы, которые предусматривают участие общественности и на государственном уровне, мы там представлены. Но вопрос заключается в том, что не надо здесь переоценивать, скажем так, вот получается, вы представлены, но к вам не прислушиваются? Или я вам вот хочу как? Сказать, то есть перебороть, знаете, невозможно у нас, или возможно? Я вам сейчас объясню. Цель вообще любой общественной организации или структуры на всеукраинского уровня – это в какой-то степени лоббистский механизм. Лоббистский механизм отстаивания интересов бизнеса. Что вам уже удалось сделать? В той или иной степени сейчас. У нас бизнес транспортный – это не просто маршрутные такси, это также международные перевозки, это железнодорожные перевозки. Поймите правильно, вопрос заключается в том, что у нас, когда сейчас начинается выборная кампания, местные советы, у нас, когда начинают идти выборная кампания, представители всей вертикали власти говорят, мы с общественностью, мы готовы прислушиваться, мы готовы брать ваши законодательные наработки, внедрять все это, мы готовы формировать правительство технократов, когда должны войти профессионалы. Но когда выборы заканчиваются, общественников забывают, наше мнение не слышат. Я вам хочу сказать, на сегодняшний момент, ну, скажем так, в кабинете министров, именно в Министерстве инфраструктуры, я не видел бы тех специалистов, которые бы были авторитетными людьми в транспортной сфере. Там есть все угодно кто, юристы, аферисты и многие другие профессии, но только не транспортники. Я почему, ну, как бы так немножко даже с иронией об этом говорю, потому что, ну, нельзя, когда транспорт – это кровяные артерии всего государства. Если мы видим, что, например, за полгода упал поток перевозимых грузов на 20% в стране, это наглядный сигнал падения экономики в стране. Значит, надо делать выводы. Я вам хочу сказать, у нас очень многие все ратуют о евроинтеграции, а транспортники уже давно работают с Евросоюзом и по законам Евросоюза. Например, международные автомобильные перевозчики, они ж за границу нашу машину не выпустят, если она не будет соответствовать европейским требованиям. И машина не будет соответствовать европейскому классу, там Евро-3, Евро-4, Евро-5 и все остальное отсюда. И наши предприятия транспортные, они уже интегрированы в европейские экономические структуры. Это те, которые работают на международном уровне, а мы говорим сейчас, ну, в данном случае, в нашей программе, да, о внутренних перевозках, в частности, о городе Николаеве. Ну, хорошо, давайте, знаете, еще перейдем давайте, но все-таки, может быть, да, вот все-таки я хочу от вас добиться, что удалось сделать, потому что, работая с 2008 года... Мы работаем на всеукраинском уровне. Да, на всеукраинском. В Николаеве с какого, сколько лет? Год, два? Последний год работаем. Год. Но за год все-таки, ну, я уверена, что у вас есть какой-то успех. Вот мы хотим его услышать. Что было сделано? Вопрос заключается в том, я же там случайно сказал, что основная задача ассоциации – это отслеживание, соблюдение законности в сфере транспортных услуг. Наша задача – не выполнять функции власти и работать за власть. Ни в коем Наша случае. Задача апеллировать к власти, когда есть какая-то опухоль, есть проблемы. Мы
Например, если власть принимает решения, которые, на взгляд экспертов и экспертного сообщества, правильно способствуют развитию транспортной инфраструктуры в области или в городе. Например, очень правильные посылы первых лиц области и города в плане развития маршрутной сети с автобусами большой вместимости. Вот по Николаеву не так давно начали ходить автобусы большой вместимости. Это правильное движение. Также, насколько мы слышим из комментариев первых лиц города и области, они делают ставку на развитие электротранспорта. Это тоже, на наш взгляд, это правильно. На наш взгляд, неправильно то, что бегает неучтенное количество маршрутных такси, которые не составляют, как бы скажем так, нет никакого экономической обоснованности такого количества этих маршрутных такси. И почему автобус один идет по 2 гривны с классом более выше, а автобус, который должен по большому счету уже давно уйти с этих дорог, идет по 4 гривны. Для кого мы создаем конкурентную среду? Для вчерашнего дня или для дня будущего? Ну вот как раз по вот вопросу сферы пассажирских перевозок, да, последний там крупный скандал было заседание комиссии, это все было в горосполкоме, вероятнее всего участвовали и вы как представитель ассоциации, да, как эксперт, и вот получилось, вот есть такая информация о том, что лишена лицензии крупный перевозчик у нас такой, все его знают, это ЧП «Пик». Как вы можете прокомментировать? То есть действительно ли это, на время ли это? То есть все-таки задумаются ли те, кто остался на рынке перевозок, о том, что да, все-таки если мы будем себя вести не так, как положено, мы тоже можем лишиться лицензии и вообще не работать ни на одном маршруте? Вот, знаете, у нас когда в сфере пассажирских перевозок, вот если брать пассажирские перевозки, тут как бы треугольник, состоящий из трех сторон. Одна сторона – это бизнес, другая сторона – это громада, которая потребляет эти услуги бизнеса, а третья – власть. Когда, скажем так, каждый выполняет свои функции, тогда общество гармонично развивается. Но когда, например, по тем или иным причинам бизнес начинает на себя много брать, чем он должен на себя брать, а надо не забывать, что транспортный бизнес – это социально активный должен быть бизнес. Это льготные категории населения, это, скажем так, и вежливость водителей и так далее, и так далее. И когда бизнес начинает немножко думать, что он только бизнес ради бизнеса и зарабатывания, он его начинает немножко зашкаливать. Что касается непосредственно предприятия ПИК, я хочу сказать, что в 2013 году уже ПИК лишали лицензии за неудовлетворительные услуги. И, соответственно, наверное, ни предприятия, ни те, кто лишал лицензии, ну, соответствующие выводы не сделали, потому что предприятие сразу получила новую лицензию, и как, какие услуги предоставляла на рынке, такие начала дальше предоставлять. Это, ну, скажем так, это вот именно как раз проблемы тех контролирующих органов, которые не следят за качеством предоставления услуг. Но тут самое главное в чем и самая пагубность. Проблема набрала своего так, пика, когда ПИК объявил городу забастовку. И фактически он поставил городским властям, областным властям ультиматум. Не повысите проезд, не будем возить. Вы мне извините, это не деловой и не бизнесовый подход к решению вопросов. Это шантаж. Это шантаж. Тогда фактически он поставил себя выше громады, выше власти. Значит, его начало уже настолько заносить, что он уже посчитал, что он может диктовать условия на рынке. А это тот момент, когда под этим предприятием собственного транспорта там не более 20%. Остальное это загнанный транспорт других частных предпринимателей. Почему он там оказался, это вопрос уже другой. И что получилось? Когда власть начала разбираться в этой проблематике, когда власть начала апеллировать ко всем органам, которые должны защищать интересы громады, Укртрансинспекция была вынуждена прийти на предприятие ПИК с проверкой, куда оно не было допущено. Соответственно, это нарушение лицензионных условий. Укртрансинспекция, лицензия была отозвана у предприятия ПИК. И в течение месяца предприятие ПИК должно было ли устранить нарушение, либо обжаловать отозванную лицензию. Что вы думаете? Ни по одному из этих путей предприятие ПИК не пошло. А что они сделали? Они просто число, когда 29 мая, когда заканчивался срок обжалования лицензии, они от этого числа получают новую лицензию от Укртрансинспекции в Киеве, необмеженную лицензию на продолжение деятельности. Получается, фактически контролирующий орган, который должен был от имени государства соблюсти законность,
одной рукой лишил лицензии, и этой же датой выдал новую лицензию. Мы, понимаете, вот, видя такую, ну как бы, во-первых, это плевок громаде, это плевок исполнительным органам власти в городе, которым показали, что фактически шельмование... То есть лишила структура Николаевская, да, то есть местная вот эта на проверку, да? На проверку выходила местная, да. Лишение лицензии лишает комиссия Укртрансинспекции Киевской, ну, центрального органа. Просто самое... То есть они нарушили же свое же, собственно говоря, предписание, скажем так, в Киеве. Нет, они не нарушили, они просто, скажем так, фактически занимаются осужденными преступлениями. Потому что нельзя в один день лишать лицензии и выдавать новую, как будто ничего не случилось, а как будто просто предприятие подало на получение новой лицензии. Понимаете, ну просто как, у нас некоторые государственные чиновники почему-то думают, что ихняя задача не отстаивать интересы государства, а искать в законе прорехи, чтобы на этом наживаться. Мы, вот, понимаете, вот на таких фактах недобросовестной конкуренции, мы, например, стоим на позициях местного самоуправления. Ну вот а что можно сделать в этом случае? Потому что тут налицо, вот так, как вы рассказываете, это даже видно не специалисту, что тут действительно это преступление. Это коррупция, это уже, ну вот как мы там не назовем, с любой стороны, это преступление. Значит, что-то же можно сделать, потому что это просто на поверхности, это даже не скрыто, да, как кто-то что-то украл. Нет. Это просто нахально сделали, это видят все и ничего невозможно сделать. Понимаете, вопрос заключается, одна из суть всеукраинских наших профильных общественных организаций, мы как специалисты, мы реально можем дать оценку и тем должностным лицам, которые шельмуют законы. Ну это оценка, да, это общественное порицание, а с точки зрения закона? С точки зрения закона мы обратились и в Генеральную прокуратуру, и Министерство инфраструктуры, кто делегировал полномочия Укртрансинспекции, что провели служебное расследование. А что ответили? Что зарегистрировали? Только 29 мая ПИК получил сегодня 19-е. Новую лицензию. Давайте не будем, что наши органы... хотя бы дали ответ, что зарегистрированный, внесен в реестр, допустим. Однозначно они приняли это к рассмотрению, но у нас просто сейчас находится Укртрансинспекция в процессе реорганизации, она сейчас объединяется там с подразделениями там морской инспекции, речной инспекции, поэтому, я думаю, что эти сигналы позволят нам, чтобы те люди, которые принимали эти противоправные решения по отношению к выдаче лицензии, чтобы они в новой инспекции не задержались и не оформились на новую работу, скажем так, как с чистого листа. Потому что, понимаете... Это один шаг, а все-таки вот с ПИКом что будет? На ваш взгляд, вот в этой ситуации? В данной ситуации, скажем так, факт свершившийся налицо, и наша, вот даже то, что сегодня мы в эфире, мы озвучили эту проблематику. Ну, это уже важный шаг. Чтобы вопрос заключается в те люди, потому что вопрос же в этом, это же как бы проблема не самого только Укртрансинспекции, которая выдала лицензию, но, наверное, кто-то обратился, кто-то за кого-то заинтересовал, и кто-то получил соответствующую как бы обратную реакцию. Вопрос, даже придавая, имея сегодня, скажем так, негативный пример по этому примеру предприятия ПИК, мы даже придавая общественному, скажем так, вниманию то, что происходит, я надеюсь, что благодаря таким эфирам мы просто будем избегать возможности, чтобы в дальнейшем такое повторялось. То есть, да, этот вопрос уже, он не будет где-то вот положен под сукно, Вопрос заключается в том, что, давайте скажем прямо, предприятие ПИК, это ж не одно предприятие того собственника, кто является владельцем этого предприятия. Там как минимум 5 или 6 предприятий, которые за этим собственником стоят, и другие предприятия то же самое. Это то же самое хамское отношение к пассажирам, пренебрежительное. Это тоже несоблюдение графиков движения и так далее. Вопрос заключается в том, что я, скажем так, и наш посыл сейчас, чтобы к тем нерадивым чиновникам, которые по вертикали отвечают за транспортную инфраструктуру, чтобы они не покрывали то, что происходит в транспорте. Вот давайте я вам приведу наглядный пример. 2 минуты у нас остается, да. У нас есть межгородской автовокзал Николаева, и остановка городского транспорта, где написано платформа номер 16, отправляются маршрутки на Одесса-Коблево. Но какой-то чиновник же подписал согласование перевода со станционарного вокзала маршруток на остановку городского транспорта. В голове не укладывается нарушение всех этических соображений.
Но с точки зрения чиновника это правильно. Это что, способствует безопасности движения? Нет, конечно. Да. Это наглядный пример, как чиновники подыгрывают нездоровой конкуренции в сфере транспортного бизнеса. Одна минута у нас остается. Очень коротко, но все-таки доходчиво. Что необходимо сделать власти, на ваш взгляд, уже сейчас для того, чтобы проблемы с транспортом все-таки хотя бы получили начало своего решения? Понимаете, проблема очень проста. Если власть будет открыта, и будет прислушиваться, идти на прямой диалог с общественниками, со специалистами профильными, мы наведем порядок. Но если вопрос заключается в том, что если не городское управление, не областное управление, у них не получишь никакую компетентную информацию о количестве маршрутов, кто их обслуживает, это все покрыто мраком. А почему? Потому что они боятся придать это огласке, потому что сразу будут видны их противозаконные действия в лоббировании того или иного коммерческого субъекта предпринимательской деятельности. Если только первые руководители заставят своих подчиненных быть более открытыми с громадой, я вам хочу сказать, порядок можно навести в течение полугода. И когда директор предприятия будет знать, что если он, его водитель два раза нахамил, после этого он лишится лицензии и уйдет с этого рынка, поверьте, завтра и водители будут в костюмчиках ездить. И автобусы совсем будут другого класса ездить на этих маршрутах. Но это должны делать те люди, которые сферу своих законных полномочий обременены властными полномочиями. Спасибо, Игорь Юрьевич. И я надеюсь и уверена, что вот это ваше неравнодушие, оно все-таки будет вот тем вот краеугольным камнем, с которого все начнется. Наше общее неравнодушие. Наше общее, вы как представитель ассоциации, как эксперт, как специалист и люди, которые солидарны с вами. Спасибо вам большое. Спасибо. Приходите вам. К нам еще. Будем очень ждать и действительно будем следить за развитием событий. Спасибо вам еще раз. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви цей час були з нами, залишайтеся з телеканалом Миколаїв і слідкуйте за нашими ефірами. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.